Всем привет! Мы к нам едут машины. Всем привет! Сегодня у нас груз почтовый. Ящик. С какими-то контейнерами. Вот он едет. Это зеленые и красные. У нас почта привезла какой-то груз. Что за груз она привезла? Это звездючка. Так, мы сейчас попытаемся открыть этот груз, да? И узнаем, что же там такое на самом деле. Видимо, какая-то строительная смесь. Я выбираю красный открывать сейчас. Начинаем с красного. Так, что-то там болтыхается, непонятно. Это звездючка. Ты знаешь, что это такое? Так. Я сама выйду. Вон что такое здесь такое. Звездючка. Я. Страшная грызунья. Ну давай, куда ты идешь? Выкладывать? Ох-ох-ох. Что за слизюка у тебя, Алия? Такая красная! Откуда она взялась? Это, наверное, что-то нужное для стройки? Ну, давай посмотрим. Для чего же приехали строительные машины? Чтобы работать, да? Вот они работают, что-то делают. И экскаватор приехал. Собирает, да, он слизюку? Прикольная слизюка у тебя? Да. Каток собирает ее, да, в сторону. Вот так вот она разделяется и собирается вновь. Чем это ты не занимаешься? Я вся в краске. Ты вся в краске. Ну что, приступим к следующему цвету? Какой откроем следующую бочонок? Это какой же цвет? Зеленый. Зеленый. Открываем следующий бочонок. А здесь у нас такая вот... Какой-то другой выливай. Опа! Какой красивый цвет! Необычайно красивый просто, да? Чем ты там занимаешься? Зеленый слизюкой играешь. Ну и давай откроем следующий бочонок. Давай здесь сольем. Так, и теперь на очереди у нас какой цвет? Синий. Синий, сказал ребята. Пусть ребята угадают, какой же это цвет. А теперь угадай ты, какой же это цвет. Фиолетовый. Фиолетовый, как раз какой? Который ты любишь, да? Фиолетовый. Ой, такой красивый. Необычайно красивый цвет. Мы думали, будет синий. А получился фиолетовый. Вот это здорово! Мы любим слизюки! Мы любим слизюки! Мы все любим слизюки, говорят Свинка Пеппа и ее друзья. В наши лужи прибежали зверушки. Всякие свинюшки. Кто это такие, Алия, к тебе прибежали? Ребенка, Свинка Пеппа, Кроч и какой-то гном. Какой-то гном? Это, наверное, Джордж. В ночной шапочке своей. Сколько друзей у тебя сразу собралось поиграть с твоей слизюкой. Ух, все играют, все прыгают по твоим лужам.
Давай, заполняй формочки. Как будто желе, да? Давай, покажи мне поближе себе. Получается такой вот... Желе. Желе. Вкусненькое. Как пудинг, да, такой шевелящийся? Вот так мы ее опускаем, и она прыгает в ладошку. Давай, делай еще один вкусный. Можно зелененький сделать. Давай обратно возвращаем сюда. Вкуснейший, такой фиолетовый пудинг. А сюда мы сделаем зелененький. Давай, чтобы они отличались по цвету. Получилось вот такое вот зеленое желе. Вкуснейшее, наверное, да? Оно яблочное. Это яблочное, точно. Вкусные-привкусные. Яблоко-яблоко. Яблоко-яблоко. Вкуснятина получилась. Прыгай мне на ручку. Вот так вот оно прыгает. И раз. Даже убежала. Вот переполненное такое желе у нас получилось. Дай мне на ручку. Отлично. Дай мне. На зеленом красиво смотрится красное, да? Давай. Подставляй ручку и принимай. Везён. А слизь-то теперь какая необыкновенная. Вот какие тут цвета. Вот это круто. Помогите. Ты, ну вот, затолкали слизюку в ковшик, а она оттуда выпрыгивает. Мы ее в ковшик, она обратно. Посмотри, какая хитрая слизюка. Быстрее, быстрее, быстрее. Выпихи туда на улицу. На улице вытащи. Всем пока-пока! Ставьте нам лайки, если вам понравилось наше видео. И подписывайтесь на канал Алия and Toys! Toys. Пока!